Where's Garrett?
rejoindre le détache gauche. Здесь можно тоже заглянуть в музей, но меня интересует виола.
выставку «Убил Виола», и я в полном восторге. Это что-то новое. Друзья, рекомендую обязательно, кто в Москве, сходите на эту выставку, потому что это что-то нестандартное, ломает наше восприятие, заставляет задуматься и, наверное, как-то остановиться, подумать о том, что все мы не вечны. Выставка называется «Путешествие души», и это на самом деле очень интересная тема, потому что каждая экспозиция – это путешествие души.